Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанной Фриске. Отец жены Фриске Владимир рассказал, что Дмитрий Шепелев после смерти жены смог наладить свою личную жизнь. Теперь с ним живет Ксения Степанова, личный косметолог и подруга погибшей от рака певицы. Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димой настолько сблизились, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала. Подозреваю, что они подружились еще когда Жанна болела, иначе кто же вытаскивал у дочки документы, на которых впоследствии появились поддельные подписи. Поделился отец своими размышлениями. По словам отца жены Фриске, ведущий даже уволил няню, потому что за ребенком теперь есть кому присматривать. Мужчина заметил, что его отношения с внуком с тех пор сильно изменились. Последнее свидание с Платоном настолько меня шокировало, что даже не знаю, как теперь быть. Внук только спрашивал о деньгах. Его настраивают против нас. Думаю, что нам уже ничего не поможет, рассказал Владимир Фриске. Попытки выйти на связь с Ксенией Степановой результатов не приносят. Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла трубку. С ней пытались выйти на связь и Оля Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так, но зачем ограничивать общение и игнорировать родных, пожаловался Фриске. Отметим, ранее сам Дмитрий Шепелев рассказал, что единственным человеком, который поддерживал его после смерти жены, стала Ксения Степанова. Она была рядом, когда жена Фриске заболела и не прекратила общение с семьей после смерти певицы. Сам ведущий в одном из интервью назвал девушку нежным спасателем.